ветер с дому до меня долетит. Шепота берез наших прошу, неси родному ветер с дому до меня. Спортом они начали заниматься рано, с 5. Отец хрустил. Вот. Интересный, веселый был мальчишка, всегда всем помогал. Ну, как и все дети рос, Саша, они, ну, всегда на улице с мальчишками, всегда они веселые были. Дома-то они тоже, учился он нормально. В садике прилежно, они были очень прилежны, их даже хвалили, что они такие хорошие, спокойные. Ну, в школе, конечно, началось, немножко показали себя с другой стороны. У них пошла энергия. Нужно было куда-то... Да, себя куда-то нужно было деть. Но мы любили друг друга, защищали всегда друг друга. Да, было такое то, что мы ругались, мы даже дрались. Но это, мне кажется, все братья и сестры так в детстве дружили, как бы сказать. Но защищал меня всегда. Хотя он и младший брат, но защищал как взрослый. А сразу первое, что на ум пришло, это какая-то безусловная и необсуждаемая дружба. Крепкая дружба, любовь, братская любовь. Кто-то кого-то обижал, или дело касалось реально каких-то действий, там, проблемных вопросов, то всегда приходили друг к другу поддержать, помочь. Решали вместе, да, какие-то? Да. Это был вообще единственный человек, вот, которому, да, я мог любую проблему озвучить. Потому что я тоже сам по себе человек закрытый. Вот. Мало с кем делюсь, но с ним, да. С ним мы всегда всем делились, мы помогали друг другу. Ну, занимались спортом постоянно. Лыжи, это волейбол, баскетбол отец возил. Им еще рано было, но и баскетбол, они что, по 5-6 лет. Все равно их с собой возил. Потом в Суворовск поступили они. А вот кто принял решение поступать в Суворовск? То есть у них... Они сами. У них желание было. Они сами, да, они смотрели кино кадетство. Сидят на диване, говорят, это Саша... Наверное, сами, Вадим, надо нам поступить в кадетство. А можно? Я говорю, да, конечно. Я звоню Евгению Михайловичу Захарову. Евгений Михайлович, есть предложение. Он говорит, точно ли надо их туда, потому что с собой мы не сладимся. Они у нас уж больно активные мальчики были. Ну, тут это более такая красивая история. На самом деле, просто в один момент... Ну, вообще, мы грезили как бы вот этой военной тематикой, профессии военнослужащего. Вот, с самого детства там все, если отвечали, я хочу быть космонавтом, врачом, спасателем, мы всегда хотели быть офицерами военными. Вот. А что касается поступления именно в Суворовское училище, вот я вспоминаю нашу учебу в школе. Был такой период времени, когда мы с учебой стало у нас немного плохо. Не из-за того, что мы были какими-то хулиганами, там, или там курили где-то за школой, там пропускали уроки. Мы пропускали уроки, ну, потому что мы ходили на хоккей. Мы в портфель складывали коньки, и все, и на каток. Вот, и много времени проводили там, учебу уже времени не уделяли. И дед сказал, пацаны, надо вам в Суворовск. Вот, мы, в принципе, согласились, нам эта идея понравилась, потому что у нас были товарищи оттуда. И там тоже хорошо развит спорт, разные направления. То есть здесь, если только там футбол, волейбол, то там рукопашный бой, хоккей, все эти виды спорта игровые. Вот, поэтому мы быстро согласились и стали готовиться к поступлению. Но по хозяйству всегда помогали. Я даже не выходила во двор. Вот, потом поступили в Суворовск, начали заниматься рукопашным боем. Есть у них по рукопашке. Потом... Еще по стрельбе у него КМС. Историю очень любил, историю. Историю с ним, историки даже не справлялись. Вот сразу вспоминаю момент. Мы что-то хулиганили с Вадимом на последней партии, на военной истории. Я с ним сидел, потому что я в этой дисциплине плох. Да, а Вадим просто ас, метро. И у него списывало, естественно. И мы сидели, что-то общались. А преподаватель такой, ну, классный мужчина был, честно, боюсь ошибиться имя отчество, поэтому не буду называть. Вот, и это было перед ЕГЭ, и он нам стал говорить, типа, вот вы что сидите, что ерундой страдаете? Вадим говорит, да я все знаю, что нам вот, что обсуждать?
говорит, ну, если ты все знаешь, давай ЕГЭ сдавай тогда по моему предмету. Он говорит, давайте, если сдам больше 80 баллов, вы мне что-то дарите. Он говорит, все, достает, короче, с золотым переплетом учебник по военной истории, какой-то крутой, демонстрирует Вадим, Вадим, за это сдам 80 баллов. И все, он сдал на 80 баллов военную, ну, и не военную историю, а просто историю, такой предмет. Вот, вот такой вот момент вспоминаю. Я знаю, что он в футбол играл. Мы даже с ним пересекались. Он приезжал к нам в Инзу, он играл за команду «Спарта» Вишкаема. Вот. И мы с ним пересекались на футбольном поле. Вот. Но я потом уже узнал, что это Вадим Епифанов, да. И как вы сейчас и сказали, да. Ну, обычный пацан, ничем не отличается от других, такой же, как и все. Вот. То есть в отпуске он занимался тем, чем и раньше, да? Да, как обычно. Надо на футбол съездить, пожалуйста. Надо на хоккей сходить, пожалуйста. В 6 утра, например, приедет. Да. В 9 ему надо на футбол. Майна ездит. Потом узнаем, что он руку сломал. Через 2 часа. Как после приедет. Его все называли потом камнем. Ведь не все суворовцы становятся военными, да? То есть у него мечта с детства возникла такая, стать военным? Или она пришла к нему уже во время обучения в Суворовском? Да, обучение в Суворовском, потому что ему говорит, сын может поступать, будьте в гражданскую, это какой-нибудь институт. Он сказал, я ничего не умею, кроме как... Бегать, прыгать, да. Ползать. У меня, говорит, только военно, вот, кстати, когда больше ничего не умеет. Это, говорит, у нас Саша только может бумажкой не заниматься. Так что вот он ушел. Его взяли из-за того, что еще в разведку у него еще был. КМС по стрельбе, и по борьбе, и там по рукопашному бою. Но... Рукопашный бой на 3-е место за. Да, в Москве мы это получим. Между суворовцев у нас даже вот медалька есть такая, которой он всегда гордился. Здорово. То есть он много времени посвящал спорту? Спорту, стрельбе очень много занимался. Он со всех орудий умел стрелять. И хотелось бы вспомнить его позывной «Хитрец», который стал для него, пожалуй, вторым именем. Почему именно это? Ну, во-первых, вот тоже предысторию расскажу. Первый позывной у него был «Хитрый». Старший лейтенант Епифанов Вадим. Позывной «Хитрый». Временно исполняющий обязанности командира разведывательного роты. Произвели разведку боем поселок Комсомольское. Другое название на украинском «Благодатное». Зашли в поселок, зачистили пару ангаров, затем завязался бой, вычислили все огневые точки противника, все наблюдательные посты, камеры, где было заминировано именно подступы. После чего, после нашей разведки боем, уже начались штурмовые действия именно поселка, и в котором было получено, мы отбили у противника. И заняли это место, это составило порядка 6 километров фронта, мы продвинулись вперед. Тут может быть не совсем подходящее слово «хитрый», но позывного «запасливый» или там, «изворотливый» такого не дают позывного. Вот, поэтому первое позывное было «хитрый». Почему? Потому что Вадим каждый шаг продумывал наперед, он такой стратег был. То есть для кого-то это хитрость. А я вот больше это оценивал как стратег. Вот, он продумывал все наперед, был запасливый. Там, когда, допустим, выходили там зимой на снег убирать, у всех там в перчатке, у него там варежки были заготовлены там заранее. Ну вот, вот такие вот некоторые моменты послужили там тому, что в перспективе вот привязалось, ну как привязалось, тебя назначают. Ты не сам себе придумываешь позывной, тебе приходит «Хитрый». Вот. А в период СВО, получается, на СВО дают уже новые позывные. Почему? Потому что старые позывные были уже где-то замечены.
вот, период учебы, военной службы. И обычно меняют полностью. А ему не поменяли опять. Просто окончание поменяли, сказали. Вот. Он мне еще звонит, братан, поменяли позывной. Я говорю, что какой теперь хитрец. Сильно поменяли. Когда вы узнали о том, что Вадим находится на специальной военной операции? Через полтора месяца. До этого он в январе писал то, что он где-то в Крыму. Да, там на учениях. 15 января. Постоянно. Мне некогда, я на учениях туда-сюда. Потом я ему позвонила. Я говорю, давай поговорим. Он говорит, мне некогда. Я говорю, куда едешь? Я слышу звук КамАЗ там или что-то. Он говорит, туда. Я говорю, куда? Он говорит, ну туда, узнаешь потом. И все, 24 февраля, утром я читаю новости, и у меня истерика, я поняла, что он поехал туда. 23-го я еще долго звонил. Он 23 или 22 февраля сказал, то, что пропадет на 2 недели, телефон у них отнимут, у них серьезное учение. И все. Так, я узнал в январе, что он уже на полигоне в Крыму. То есть в СМИ уже освещались какие-то такие события. То есть я уже догадывался. Ну и Вадим служил, получается, 7-й дивизии ВДВ. Это одна из передовых дивизий, структур воздушно-десантных войск. Поэтому для меня было очевидно, что если будет какая-то специальная операция, то Вадим будет в первых рядах. Не звонил он долго. Первый звонок его был 6 марта. Он позвонил брату. Он позвонил, наверное, через несколько недель первый раз. Позвонил, и у меня, вот до сих пор помню, номер плюс 380, и вот дальше цифра, и написано «Франция». Вот, я беру трубку, он, братан, привет, ну я сразу узнал. И, ну и потом он звал Вадим Француз. Вот. Ну, сразу сообщил, что все нормально, все в порядке. Говорит, очень много хочу тебе чего рассказать. Вот. Но мы договорились так, что в силу того, что отслеживаю телефонные звонки и так далее, он звонит. Братан, все нормально, ничего не надо. Маме привет, сестре привет. Я кладу трубку, все. Знаем, наверное, в конце марта или даже мая. Наверное, звонок вышел. По приезду он позвонил. Первый раз. Маме на WhatsApp. Она говорит, номер типа не наш. Я говорю, возьми. Он говорит, я боюсь. И она взяла, ответила. Он говорит, алло, алло, я слышу, что это Вадимин голос. Оказывается, он звонил по видео. И вот мы начали с ним разговаривать. Естественно, у него были только одни глаза. Он говорит, это я, мам. Типа, это... Мама говорит, покажи свое лицо. Он говорит, не могу. Ну потом зашел куда-то в подвал, просто вот так с ним быстро делал. Саша, скажи, вот мы видим на кителе Вадима ряд боевых наград, среди них и Орден Мужества, и, по-моему, Жукова. Медаль Жукова. За боевое отличие. Да, за боевое отличие. Это награды уже в период СВО. Период СВО за исключением за службу в разведке. Но тут некоторые мы не вешали ведомственные, допустим, награды. До специальной военной операции Вадим участвовал в международных соревнованиях, то есть там он за доблесть получил медаль. Также Вадим участвовал в параде Победы в 2015 году. Вот, а все остальные медали, да, это за период СВО. Получается, медаль Жукова, самая первая медаль, это за освобождение города Херсон, то есть их подразделение занималось освобождением. В частности, Вадим занимался освобождением и штурмом здания МВД украинского на тот момент. Далее, за ратную доблесть. Честно, боюсь ошибиться, но это за разведывательную деятельность Вадима. Какую именно, мы старались, я его просил как бы не говорить об этом. Почему? Потому что тоже боюсь, что он может какие-то сведения лишние рассказать, во-первых. Во-вторых, по телефону мы старались долго не разговаривать. Орден Мужества
это полностью операция, боевая задача Вадима, освобождение поселка Комсомольское. Полностью его роте была поставлена данная задача своими силами, то есть полностью спланированная операция Вадимом была, полностью вся стратегия его. Вот. Без потерь, без ранений полностью освободили поселок, то есть там бы вступали стрелковые бои и артобстрелы происходили. Но позывной хитрец, полностью стратегия была гениально спланирована. Ну, за... Просто так не дают такие награды. При жизни, по крайней мере. Это очень высокая награда. Как он проводил отпуск? Он изменился вообще и... Нет. Приезжал домой Вадима. Он ничему не изменился, ничем. Никаких у него там позывных вот этих истерик, которые вот бывают перед утром, там нет. Он был попрощен пацаном Вадим. Так с пацанами общался. Они с Сашей вот играли через интернет, вот все выводите, как... Зонька Стрешна, вот у них это забавные игры с Сашей. Нет, ничем, он просто Вадим. Он сразу ко всем родственникам. Да, ну, как это, 5 лет не просто обжучился, все равно отключился. У СКАУ военнослужащих большая редкость, когда они совпадают у двух братьев. Вот. То есть мне приходилось, ему это давали первый раз на мою свадьбу. Ну, там уже без вариантов было. Он сказал, либо я уезжаю, либо давайте мне отпуск. Вот. Ну, в итоге удалось. Вот я несказанно был рад, что Вадим приехал. Когда он погиб, приезжали вот тут сопровождающие. И Саша начали рассказывать про Вадима, как он вообще дома был. Они так сидят, говорят, вы не про нашего командира говорите. У нас мы такого не знаем. У нас все по-серьезному. Чтобы задания выполнялись, чтобы никаких пьяных гулянок, все. Он очень серьезно на работе относился, к работе серьезно. Мне 10 шагов вперед. Да, и даже Даша говорила, придет на КПП. До КПП идет Вадим, пусть КПП, все, командир. Все очень серьезно было. Тоже вот вспоминаю, мы конкурс проводили среди пацанов. Это уже 20 сентября, на улице 3-4 градуса. Мы праздновали на одном из курортных объектов Ульяновска, там рядом озеро. Вот. И такой конкурс сами себе придумали, что там, допустим, условно там за апельсин надо проплыть до того берега и обратно. Вызвалось 3 добровольца. Понятно, кто среди них был. Это Вадим. Вот, ну и, собственно, да, он и сразу выиграл там всех. Уплыл туда, приплыл назад. То есть для него это вот какой-то вызов. Он шел к нему навстречу. Он никогда ночами сидел, отступы, вот это все, он чертил, что-то соображал. Это не было такого, чтобы он сказали, и он просто пошел. Мне этому надо было пацанов сберечь. Он всегда за них переживал. Он уехал-то последний раз из-за пацанов. Когда мы взорвали вот это вот между Херсоном. Двое мальчиков пропало. Одного так и не нашли. Вот он из-за них только уехал. Может быть, он и не поехал так рано. Он просто из-за них уехал. Он очень переживал. У него, во-первых, сильно болели почки. У него сильный варикоз был, обострился. Еще одна болезнь. А вот. Когда такое уже накопилось, врачи уже сказали, все, надо ехать, надо операцию срочно сделать. В госпитале записались, в госпиталь по плану там операция через месяц. Это никуда не годится Вадиму, ему надо здесь сейчас, поэтому вот платную операцию в Москве делали ему. Сделали операцию, через 3 дня он уже выписался добровольно. Ему назначили реабилитацию в месяц-полтора, то есть в месяц. Приезжаешь обследование, еще 2 недели реабилитация, и можно уезжать. В этот момент произошел подрыв Каховской ГЭС. В то время, вблизи данной дамбы ГЭС, дислоцировалось его подразделение. Вот. И в то время, когда группа из 4 человек находилась в разведке, они попали вот как раз в период наводнения. Их всех 4 смыло сначала.
Двоих нашли почти сразу, двоих велись активные поиски. Вадим, вот мы здесь сидели, вот я вот там на диване, его невеста Даша, и он здесь сидел, он по телефону как раз разговаривал с ребятами. Все, говорит, надо выезжать. Бери, ну и невесте поворачивается, говорит, бери билеты там на послезавтра. Вот. Это уже с Ульяновска, то есть нам еще Ульяновск, оттуда получается Сочи. Из Сочи он брал такси и ехал вот к себе в Новороссийск, оттуда КамАЗом выезжал уже. Он поехал в бинтах. Все вообще. То есть он настолько был человеком, который ставил перед собой, ну, наверное, для многих невыполнимые задачи, да, то есть выписаться из того же госпиталя после операции через 3 дня, поехать, сорваться с отпуска для того, чтобы помочь своим товарищам, ну, наверное, это все-таки не каждому дано, действительно. Спасибо за поддержку. Спасибо, что в нас верите. И спасибо, что верите, что мы делаем правое дело. Мальчишки немного спрашивают про вам, но хоть я ничего не буду говорить. Вам это не надо, не интересно. Но всегда в Илье поют домой. Туда, домой. То есть он настолько проникся вот этой службой, да. Отечеству, да, что он, по сути дела, как бы это не звучало парадоксально, но его дом действительно был там. Там дом, там был. Я поеду домой. То есть он был настоящим примером, да, для своих, да, подопечных. Его звали офицером отцом. Несмотря на свой на достаточно возраст. Юный. Возраст юный, 27 лет. Саш, скажи, а вот, ну, такой вопрос, конечно, может, непростой. Как ты узнал о том, что вот Вадим не стал? Так, мне, ну, я, как я старался связь держать со всеми офицерами, со всеми военнослужащими подразделения. Почему? Потому что мы неоднократно помогали с гуманитарной помощью. Плюс, если Вадим на задачу уходит, то мне другой военнослужащий рассказывает, что все в порядке. Там они по рации общаются. А вот, мне первый раз позвонили, получается, вечером в 19 часов. Позвонили, сказали, что один погиб, один в плену. Сейчас будет происходить штурм данного острова, где погиб один. Вот. И будет уже выяснение обстоятельств, кто в плену, а кто погиб. Но предварительно погиб один. Мы эту мысль даже не допускали. То есть всю ночь, до, получается, до 5 утра, да, мы выясняли обстоятельства, ждали штурма. И там такой момент произошел, что одно подразделение отказалось туда заходить. Вот, просто в чем еще вопрос? Мы ждали, то есть там лежало тело. И мы все равно тоже надеялись, даже если это не Вадим, другой парень, что его еще можно тоже спасти. Вот. И подразделение Вадима, они попросили командование, чтобы они выдвинулись. Но у них специфика чуть другая, они разведкой занимаются, они штурмом. Им запретили. Они выходят опять на связь с командованием. Дайте нам возможность забрать своего пацана и, ну, выяснить вообще, вдруг все в порядке еще, можно еще спасти человека. Вот. После уговоров, я так понимаю, позволили это сделать. И вот подразделение Вадима зашло на остров. Там, естественно, никого не было. Тело Вадима. Вот. И мне позвонили, сказали, вот твой брат перед нами. Вадим. Рожок полностью отстрелян. Магазин пуст. И в руках граната, палец в чеке. Все, ждал, когда подойдут. Ушел мой брат, ушел на небо. Я так любил тебя, я не могу поверить, брат. Ушел мой брат, ушел, как будто не был. А я по-прежнему среди людей ищу твой взгляд.
А я по-прежнему среди людей ищу твой взгляд. Саш, так получилось, что сегодня день памяти также вашего отца Сергея Валентиновича, который, к сожалению, тоже пал смертью храбрых на полях сражения специальной военной операции. Пока Вадим проходил службу в зоне СВО, ну, мы мало общались, но он очень переживал за Вадима, за меня переживал. Вот. Он в силу возраста, он поехал в Ростовскую область, там он ремонтировал военную технику, занимался ремонтом. Вот. Когда Вадим погиб, его оттуда не отпустили. Но когда отпустили, он приехал сюда, собрал документы и добровольцем, чувство долга, наверное, чувство защиты Родины, наверное, сыграли свою роль. И добровольцем он ушел, получается, уже 104-ю дивизию в Ульяновске. Вот, вместе прошел подготовку. В силу того, что период службы в Афганистане он был старшиной, то есть он сразу его назначили на, не на обычного рядового. Вот, он был наводчиком-оператором. И получается, погиб вблизи Вадима, там, где он погиб, это село Крымки, вот. Там сейчас активная операция идет, вот. Под артобстрелом, осколок попал в ногу, вот. Отец тоже кавалер ордена мужества, другие награды, да. Ну, такая вот, такой год сложился, такие трагедии в семье. А, недавно Вадиму было присвоено самое высокое звание в нашей стране. Герой Российской Федерации. Вы ездили за этой наградой Вадима. Золотую звезду Героя России вручили семье погибшего в зоне специальной военной операции ульяновца. Награда является высшей в Российской Федерации. Слово Дарье Цыбиной. Вадим Епифанов с детства знал, что станет военным. Сначала окончил Суворовское училище, затем Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное. Встать на защиту Родины было его осознанным решением. Он, не раздумывая, отправился в зону специальной военной операции. Бесстрашие и высокий профессионализм – те черты характера, за которые его уважали сослуживцы. Мама Лилия Епифанова всегда поддерживала сына. Вадим всегда был смелым по духу, всегда был мужественным человеком, несгибаемой волей. Человеком, который готов жертвовать своей собой ради родных, близких, ради отечества и мира над головой. Вадим был героем всегда. В зоне СВО Вадим Епифанов действовал решительно и самоотверженно. В ходе выполнения боевой задачи капитан и его разведрота попали в засаду противника. На предложение сдаться наши бойцы ответили огнем. Вадим Епифанов получил несколько десятков пулевых ранений, но продолжил спасать товарищей. Он погиб, прикрывая собой своих ребят из пехоты. Ему было всего 27. Он принял неравный бой, но не сдался и не отступил. А получив ранение, несовместимое с жизнью, продолжил вести бой. Честно, я не находил себе места. Я ждала звонка от брата, от мамы, что, как, почем. Трудно. Было очень трудно. Мама потеряла сына на войне. Больно, больно, это боль наедине. Стая, стая сиротливых журавлей, пролетая над домами, забирают души сыновей. И пусть года летят, а матери не спят, у Бога просят мира на коленях. Сердца
сыновей в своих видениях. Вы с губернатором обсуждали, как будет увековечено имя Вадима? Да, во-первых, самая большая благодарность губернатору. Большую поддержку оказывает всем военнослужащим, и Вадим не стал исключением. Мы написали ряд вопросов ему, ряд наших инициатив, и он сразу же их поддержал. Во-первых, это переименование улицы, где проживал Вадим. Почему здесь он прожил большую часть, ну не большую часть жизни, большую часть жизни. Он всегда ездил сюда в отпуск, всегда любил сюда приезжать, любил сходить в баню. Мы здесь были качели, у нас тарзанка на дереве была, у нас здесь турники и брусья, мы сами ставили их там в 11 лет и заливали их бетон. Поэтому Вадим любил сюда приезжать, и это будет правильно, что именно вот эта улица будет переименована в его честь. Вторая инициатива – это детская юношеская спортивная школа «Вишками». Набор в волейбольную команду, в детскую школу спортивную осуществлялся в 5-м классе. Мы пошли туда в 4-м классе. То есть получилось договориться, получилось это обсудить, нас допустили. И вот 5 лет мы ходили на волейбол. К сожалению, биологически так сложилось, что рост у нас с Вадимом не 1,80 м, не 1,90 м. Поэтому в какой-то момент мы стали чуть отставать уже и перестали ходить на волейбол. Но 5 лет это все-таки для спортивной школы, я думаю, это большой срок. И нас тоже сразу директор поддержал. Сказал, что да, это надо делать. Это поможет, может быть, мотивацией для подрастающего поколения. Так, третья инициатива. Это табличка на школу. Ну и дальше все сопутствующие моменты, то есть это бюст на въезд на улицу. И также я знаю, что вот Алексей Русский, губернатор, он поддерживает сейчас инициативу, чтобы и в Ульяновске переименовали улицу в честь Вадима. То есть там кто-то выступил с инициативой, с такой, и он ее поддержал, вот это мы сейчас знаем. И когда он приедет к нам, собирается в гости приехать, посетить Вадима, мы, ну, зададим вопрос, обсудим, правда ли вот такая инициатива имеется. Ну, я думаю, он человек слова, по крайней мере, за эти года он это подтвердил. Будем надеяться, да. В Ульяновске тоже должны знать Вадима, тем более, что 4 года он там в Сорском проучился. Он выступал на городских олимпиадах по истории, на других состязаниях. Чемпионом Ульяновска по кудо становился, там и выполнил кандидатом мастера спорта. То есть каждая инициатива, она с чем-то связана. Мы не просто так хотим там что-то переименовать, что-то сделать, вот просто впустую. Нет, вот чем Вадим занимался, вот хотим, чтобы это было связано с его именем, потому что это поможет, я думаю, ну вот так же, как я и сказал, подрастающему поколению. Люди, молодежь должны знать своих героев. Да, у нас вот освещаются там блогеры, это все хорошо, молодежь классно там двигается, с классной музыкой, с хорошей, крутые тренды. Но есть еще один тренд, это вот защищать родину. Я все хорошо, сильно не переживай. Я тут на лайке. Мне все дайфово. Давай, Ваня. Мам, как я уже и говорил, хорошо, вот не хочу славы делать. Кто сказал, что в мире любовь умерла? Что нет чести и правда сгорела дотла? Даже если творится вокруг один ад, я не сдамся, вперед и ни шагу назад. Каждый день мне в сердце стреляет больней, но эти раны делают только сильней. Я вернусь с победы обратно домой, я вернусь, чтобы остаться с тобой. Это мой бой до последнего вдоха.
сердце, и я живой. Это мой бой, прожигает строчка мой бой. До конца и точка мой бой. Пока не гаснет огонь, бьется сердце, и я живой. Кто сказал, что звезды погасли давно? Что нет дружбы и деньги важнее всего? Даже если огонь превращается в лед, стиснув зубы, скажу себе только вперед. Каждый день мне в сердце стреляет больней, но эти раны делают только сильней. И я слышу, как вторят со мною сердца. Я русский, я иду до конца. Это мой бой, до последнего вдоха мой бой. Даже если плохо мой бой, пока не гаснет огонь, бьется сердце, и я живой. Это мой бой, прожигает строчка мой бой. До конца и точка мой бой. Пока не гаснет огонь, бьется сердце, и я живой. Это мой бой. Последнего вдоха мой бой. Даже если плохо мой бой. Пока не гаснет огонь, бьется сердце, и я живой.